Пастилу можно готовить практически из любых фруктов. Сегодня я покажу рецепт пастилы из груши, который я буду готовить в электросушилке. Мытые груши необходимо нарезать и избавиться от сердцевины. Кожуру я не трогаю, там очень много витаминов. Кусочки груши пропускаю через мясорубку, при этом использую самую мелкую сеточку. В пюре из груши больше ничего не добавляю, даже сахар. Пастилу буду сушить на электросушилке, для этого поддон необходимо застелить пергаментом. На пергаменте я рисую контур поддона внутри и снаружи. Пергамент я складываю в столько слоев, сколько мне необходимо для пастилы. Лишний пергамент я отрезаю ножницами и вырезаю форму, которую я очертила. Теперь пергамент я складываю напополам и вырезаю середину. После этого делаю 4 насечки, чтобы пергамент на поддоне лежал ровно. Теперь необходимо на поддон электросушилку застелить нашу форму из пергамента. А за счет бортиков снаружи и насечек внутри пастила не будет растекаться. А чтобы пастила не прилипла к пергаменту, я смазываю форму растительным маслом. Выкладываю пюре из груши на поддон сушилки тонким и ровным слоем не более 10 мм. Пастила будет сушиться примерно 12 часов при температуре 60-70 градусов. После того, как пастила готова, я на пару минут ее оставляю на влажном полотенце, чтобы пергамент легче отходил. Теперь пастилу от пергамента очень легко отделить. Для удобства хранения разрезаю пастилу на две части и сворачиваю ее рулетиком. Хранить пастилу удобнее всего в стеклянной банке или в стеклянном контейнере с плотной крышкой. Наша пастила готова, она готовилась без экстремальных температур, максимально витаминизирована и, самое главное, приготовлена без сахара. Подписывайтесь на мой канал, встретимся в следующих видео.